что, Дикси, будем твой карту открывать, козырного нашего. Открывай карту, представляй барабанщика нашего. Мы хотим представить нашего питерского барабанщика, который сегодня, мы надеемся, временно, хотя, как говорят мудрецы, нет ничего временного, нет ничего настолько же временного, как постоянное, нет ничего настолько же постоянного, как временное, да. Его зовут Дегорян, поприветствуйте, пожалуйста, его. Наша группа потихоньку расширяет свои границы, теперь у нас есть и питерский участник, аплодисменты. Постоянная его группа дислокации называется «Мародеры и порт 812». Поприветствую! Главный парень из «Порт 812» где-то спит под лавкой. Если встретите, не особо пинайте его сегодня. Thank you.
some of the world to get. Thank you.
сегодня необычный концерт, как вы уже, наверное, заметили. У нас сегодня Игорян вместо Коляна на барабанах. Но, несмотря на то, что мы приобрели не худшего барабанщика, у нас, тем не менее, сегодня некоторые песни выпадают в вокальном смысле. У нас нет певца для некоторых очень важных произведений, как нам кажется, для песен, которые любимы вами. Ну да ничего, ведь вы же знаете, что мы группа, которая с удовольствием пользуется вокальной поддержкой зрителей. И наверняка среди вас есть те люди, которые готовы будут спеть песню, которую поет Колян. Кто знает? Да, может быть и не одну. Ко всему прочему, местное отделение нашего радио в преддверии концерта сегодняшнего делало что-то вроде розыгрыша, в котором победила Мария Рьянова, да? Мы знаем. Да, конечно знаем. Кому еще побеждать в розыгрыше, связанных с тараканами или ракетами из России? Глупо бы было бы. Глупо было бы предположить, что кто-то еще в Санкт-Петербурге победит в таком розыгрыше. В качестве приза у нее сегодня выход на сцену и исполнение с нами любые песни на выбор. Но мы предлагаем Марии, или Марине, Мария, да? Мария. Мы предлагаем ей выбрать какую-нибудь песню, которая как раз-таки вот из репертуара Николая Богданова. Оп, сори, Николая Стравинского, выбывшего на время. Например, Highway to Hell AC/DC. Например, Highway to Hell AC/DC или... Нет, никто не зовет пока никого на сцену. Не нужно протягивать лживые лапки барышням. Зачем вы это сделали? Да, я просто хотел предложить, чтобы ты выбрала какие-нибудь песни, типа Highway to Hell, AC/DC или Enter Sandman, Metallica. Ты хотела бы выбрать одну из этих песен? Ты слышишь, что я тебе говорю? Отлично, попозже, окей? Вы когда к этому делу подойдет. Спасибо. И вообще, ребят, ну, если у вас есть желание, то давайте что-нибудь споем с вами. Влезайте на эту сцену, предлагайте нам варианты, и мы, может быть, знаем эту песню, кто знает. Но было бы еще прикольно, чтобы вы знали ту песню, которую вы хотите спеть, ну так, на всякий случай. Было бы прикольно, чтобы вы знали ту песню, которую вы хотите спеть, и чтобы мы знали ту песню, которую вы знаете, что вы хотите спеть. Очень сложная конструкция, но это правильно. Ну да, было бы неплохо, чтобы эта песня так или иначе содержалась в нашем обширном репертуаре. Ну да ладно, пока что исполняем мы сами, а точнее Василий Лопатин!
традиционно любят петь, любите петь вы, или любите, любят петь такие же, как вы, ребята, в других городах? Может быть, у кого-то есть желание спеть без скрипов? Видно, что не знаком. Он говорит скейтборд. Да, близкий бог. Что, да? Походи, поль. Ты не в школе, дружище. Тут руки незачем тянуть. И доски здесь не вызовут. Отлично, отлично. Представься только, обязательно. Макс! Это Макс! Ради бога. Знаешь какое-нибудь еще слово в этой песне, кроме Hey Ho, Let's Go? Отлично. Дай пять, братиш. Исполняйте с нами.
космонавтики, с которой мы вас поздравляем. Юрий Алексеевич Гагарин в 1961 году посетил космическое пространство, об этом стоит вспомнить. Аплодисменты. Наше название тоже частично связано с космосом, правда, с ближним. Да. Как его называется? А второй праздник, может быть, вы не в курсе, ребята, 60 лет назад изобрели рок-н-ролл в этот день. Ну, точнее говоря, первый рок-н-ролльный сингл стал number one. Ну, типа того. Вот. И хоть чистых рок-н-роллов мы вам сегодня не поиграем, но, тем не менее, все, что мы по большому счету играем, это рок-н-ролльная музыка в тех или иных ее ипостасях, в тех или иных жанрах, в тех или иных стилистиках. Вот вам, пожалуйста, яркий пример рок-н-ролла из 92-го года.
That's my face, speak so.
Нёс
Серёж, отличное исполнение. Прикольно, ребята, спасибо. Рэнси, Трудс Рэдикл, снять желание. Ну ладно. Нет, дружище, это другая группа. И эта группа песен той группы не исполняет. Иначе это было бы очень просто.
Always throw me with nice touch. I'll wait for warning. I'll wait for some kind of
может быть, еще желающие вокалисты? Я займу костюм. Желающие вокалисты, прекрасная, шикарная песня пропадает. Выходите на сцену и сидите петь Highway to Hell. У кого есть желание? Таких нет, ну ладно. Ну и бог с ней. Спасибо за совет. Я как раз не знал, что мне сделать с этой песней. Действительно. Наверное, надо попробовать спеть самому. Боюсь, не потяну там.
Веселее вечеринки я не видел, если честно. Видел вечеринки, но такую веселую встречаю впервые, пожалуй. Но это же день рождения рок-н-ролла. А, точно, это день рождения нашего старого друга рок-н-ролла. Поздравляю. Не путать с Сашей рок-н-роллом. И с Ником рок-н-роллом, конечно же, тоже не надо путать. У них дни рождения в другие дни. Несмотря на то, что они братья. Нет, они просто однофамильцы. Но мало ли кто братья. Не все же братья рождаются в один день, правильно? Медлячок пришел на день рождения нашего старого друга рок-н-ролла. Не путай с Сашей и Ником. Двумя известными однофамильцами. Браво!
Uno, lieber Lappen, Lappen.